Основным видом экономической деятельности общества с ограниченной ответственностью ПК «Чепелев» является производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. В ассортименте только хлеба 12 видов и около 30 наименований мучных кондитерских изделий. Объем выпускаемой продукции – более 5000 единиц в сутки. На предприятии работают 38 человек. Игорь Чигав считает, что важно налаживать диалог с бизнесом, обсуждать вопросы развития и говорить о мерах поддержки. Об этом он написал на своей страничке в Инстаграме. Также глава района отметил, что нужно уделять внимание развитию местных предприятий, чтобы появлялись новые рабочие места и укреплялась экономика муниципалитета. Посетил глава района в этот же день и ИП «Чепелев», которая занимается производством муки из зерновых культур. Более 1000 тонн зерна переработано в 2018 году. Мука используется для выпечки хлеба на своем заводе, а также реализуется населению и хлебопекарным предприятиям Краснодарского края. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба».